И всем привет, с вами Иван, это канал Digital World, и мы продолжаем снимать Бэтмена. Я немножко уже позаписывал, но серийка не записалась. Она реально получилась лаговная, очень много фейловая и так далее и тому подобное. Но, да и самое главное, то, что она еще и не воспроизводится ни хрена. Так что... Вкратце расскажу, что было. В прошлой серии мы победили Фриза, он нам дал замечательную гранатку, Лунный удар называется, благодаря которой мы можем заморозить кого угодно, а потом добиться очень легко. Харли Квинн сперла уже этот антидот, который был очень сильно нужен этому, как его, Джокеру. Джокер уже принял, ему стало лучше, он опять там божит, над всеми издевается и так далее. А мы, в принципе, пробираемся сейчас туда, танцу. Вот и все, в принципе, в той серии ничего интересного не было, по сути. Вот, так что, даже нет. Не расстраивайтесь, то, что вы не... Надо как-нибудь аккуратненько. Сейчас. Вот так. I'll cover this way. Here you are. Get over here. What? On me! I got him! I lost him. We gotta find him. Now! В принципе, вот так вот мы можем делать. Просто заморозил, подлетел. He's using smoke. Don't let him get you. Ну давай. Да ну бани. He's gone. I lost him. Find him now. What? Sure it came from over there. Not scared, you hear me? Сейчас он до сих пор замороженный. Там прикольно, что вот заморозил, он будет стоять, пока ты другого не заморозишь. Where the hell did he get smoke from? Don't move! Don't Get away from me! Ah!
Ну, в общем-то, как-то так. Well, what do you know? You did it. You took them all out. I know I should be sad, but the truth is, I'm happy. Happier than I've been in years. How about you? Protocol 10 will commence in 20 minutes. I hear you, buddy. How's it going in there anyway? Good. In position, the room's mine. If I see Batman, boom! Hope you're right. The Joker looks like he's getting ready for a war. If Batman's out of the picture, we may actually win it. Что за хрень? Ау! Так. Harley? Oh, look who it is. What do you want, B-Man? Come to stick the knife in some more? Well, go on then, I don't care. I'm not telling you nothing. I'm not even gonna tell you about the crap Joker took from freezing locked up in the boiler room. What are you? Ну-ка, помолчи. Ты помолчи. Да давай. Не могу я, блин, после того фильма «Обзор самоубийств» я не могу вот так вот не поделать. Опа. Оп. Опа. Оп. О, как больно, да? Я тебя не бью. If you don't stop doing that, I'm gonna tell Mr. J, and he's gonna... What are you? Блин, я не могу, это как наркомания, я не могу успокоиться. That's it! If you're gonna keep doing that, then I'm not talking anymore! Во! Мал? Don't you dare! Ну я тебе не верю. Все, ладно, пойдемте дальше, что тут надолго. Не-не-не, да, блин. Ладно, давайте я откроем рот. А, чтобы она могла говорить. Все, молчи. Во, ты молчи, все. Честно, кто ее привязал-то? Кто настолько суицидник? Here.
все просто стало, блин, вот серьезно. Даже неинтересно, ё-моё. О, слушайте, это же одежда Харли. Блин, из какой-то части. Блин, какая же она прикольная была. What the fuck? Отсылочка. I'm sorry, Bozo. I can't come to the phone right now. I'm probably off doing something top secret for Mr. J, so I can't tell you what it is. All you need to know is that you should be doing some work. I'm keeping the steel mill free of bat infestations. Understand? Фух, ладно, мы добрались до сюда. Сегодня у нас будет очень короткий выпуск. Вот. Потому что что-то... Я хочу такую интригу создать, чтобы вот с Джокером подраться уже в следующей серии. Так что все, всем пока, удачи, аривидерчи, ребятки.